Коллеги, добрый день! Сегодня мы рассмотрим систему защиты семян подсолнечника от компании Сингента. Защиту семян подсолнечника от болезней обеспечивают такие препараты, как Максим-025 и Апрон-XL. На инсектицидной же защите от вредителей стоит остановиться чуть более подробно. Общепринятым стандартом инсектицидной защиты подсолнечника является препарат Крузер 350. Однако в условиях последних лет, когда численность вредителя постоянно нарастает, данной защиты может быть уже недостаточно. Самой современной передовой защитой семян подсолнечника от почвенных вредителей является Крузер Форс технология. В данном случае применяются два действующих вещества. Высокосистемный тиаметоксам и тефлутрин формируют вокруг семени газовую фазу, не позволяющую вредителю прикоснуться к корневой системе. Крузер Форс технология обеспечивает нам сохранность корневой системы подсолнечника, быстрое развитие растений на ранних этапах вегетации. Однако прогресс не стоит на месте, и по нашему мнению, будущее за слиянием химии и биологии. В этом посеве мы можем видеть сравнение стандартной защиты семян от компании Сингента Максим Апрон Крузер и самой современной схемы Максим Апрон Крузер Форс и биостимулянт от компании Сингента. Разница в развитии растений, их потенциал наглядно демонстрирует нам, что подобный подход оправдан. Новый биостимулянт от компании Сингента не только стимулирует все ростовые процессы в растении, но и создает вокруг корней растения дружественную ризосферу, что положительно сказывается на всех этапах вегетации в последующем. Еще больше информации вы можете найти на официальном сайте компании Сингента.